С 1 октября сотрудникам оперативно-следственных служб повысят зарплату. Такое заявление сделал Касым-Жомарт Токаев на торжественном собрании по случаю 30-летия казахстанской полиции. В органах внутренних дел должно произойти кардинальное реформирование, и, как подчеркнул президент, необходимо уйти от бюрократии. Он также добавил, вера людей в справедливость и эффективность государства во многом зависит от профессионализма органов правопорядка. Токаев напомнил, работа полицейских связана с риском для жизни. За годы независимости при исполнении служебного долга погибли 815 сотрудников, 4500 получили ранения. Мы всегда будем уделять особое внимание поддержке сотрудников силовых структур. На протяжении последних нескольких лет неоднократно повышалось денежное содержание полицейских, введена компенсация расходов на аренду жилья. Наряду с этим акимы наделены правом устанавливать 30% надбавки службам, содержащимся за счет местных бюджетов. Кроме того, по моему поручению, с 1 октября этого года будет увеличена оплата труда сотрудников оперативно-следственных служб. Мы продолжим принимать комплексные меры по повышению правовой и социальной защищенности полицейских.